Пролететь над старым городом и прогуляться по главной площади дореволюционной Рязани. Все это экскурсия с дополненной реальностью, которая как машина времени перенесет вас на 200 лет назад. Только здесь вы все увидите своими глазами и немало удивитесь. Площадь предстанет в совершенно новом и незнакомом вам виде. Экскурсия по Хлебной площади – это эксклюзив для Рязани, потому что мы первые вообще в принципе в Рязани, кто разработал такой проект с очками, историческая кухмистерская Хлебная площадь. Много интересной информации. Экскурсия полуторачасовая, огромный пласт информации. Мы пытаемся ее даже сжимать, потому что большой слишком объем данных. Много интересных историй реальных, много фишек в виде анекдотов. Узнают, как выглядело, чем торговали, какой вообще был быт в центре Рязани того времени. Изначальное название нынешней площади Ленина – Хлебная. И именно здесь располагался главный торговый центр до 1917 года. Во время экскурсии вы не только погрузитесь в ушедшую эпоху, но и почувствуете ее ароматы. Запах свежескошенной травы, табака, дамских духов, кожи и выпечки. Всего, что витало в воздухе 2 столетия назад. Больше всего мне понравился необычный формат изложения экскурсии. Это не скучно. Не только для взрослых, но и для молодежи. Это, я думаю, что будет очень востребовано среди молодежи, в том числе среди гостей города. Интересно, ново. То есть мы ходим по знакомым местам, и просто посмотреть по фотографии дома в интернете, конечно, можно. А тут погружаешься в обстановку. Ну, единственная задача – не врезаться в соседа, потому что хочется походить в этом пространстве. Прогулку во времени организует ресторан «Кухмистерская Хлебная площадь». Кстати, именно здесь и заканчивается экскурсия. Но даже когда гости снимают VR-очки, ощущение путешествия не пропадает. Само заведение оформлено в дореволюционном стиле, который дополнен подлинными артефактами того времени. Хлебная площадь – это первый историко-тематический ресторан нашего города. Здесь, после возвращения из прошлого, можно окунуться в Рязань кулинарную. Тут вы узнаете, что такое воспитание вкусом. Восстановленные старинные рецепты настоящей русской кухни никого не оставят равнодушными. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».